Жуки улетели. В пятницу в эфире программы «Новости ВТВ» мы рассказывали об опасных жуках, атаковавших насаждения во дворе храма Святой Елизаветы. Неизвестные насекомые захватили деревья и кустарники и стали стремительно уничтожать их, при этом вырабатывая характерный мышиный запах. Энтомологи, прибывшие на место, пояснили, что это шпанская мушка, насекомые опасные для здоровья человека. Слюна и секрет их содержит ядовитое вещество, которое вызывает сильное раздражение тканей человека вплоть до образования волдырей. Энтомологи обещали обработать двор храма отравой от жуков, но делать этого не пришлось. Сегодня насекомые покинули обитель. Где появится шпанская мушка в следующий раз, неизвестно.